Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Вот так недуг. Президента Бразилии госпитализировали в связи с непрекращающейся, внимание, икотой. Несколько лет назад Джаира Болсонаро ударили ножом в живот, из-за этого у него образовалась кишечная недостаточность. Именно это послужило образованию икоти. Недавно, выступая по радио, президент Бразилии извинялся перед слушателями за свою икоту и сказал, что он икает 24 часа в сутки. Сейчас его госпитализировали. В лагере Шинник под Бобруйском вспышка респираторная инфекция. Об этом сообщает Минздрав. Какое количество детей заболело? Пока не сообщается, однако администрация исключает вспышку заболевания коронавирусом. Недавно «Сильные новости» сообщали о том, что в других санаториях и лагерях Беларуси также были вспышки инфекционных заболеваний. А где ваши дети? Сегодня в Беларуси начал действовать безвиз для иностранцев, которые хотят приехать в нашу страну ради прохождения вакцинирования российской «Спутник Ви». Приехать к нам могут люди из 73 стран, и стоимость вакцинирования будет для них составлять от 50 до 58 долларов. По приезду им необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест.